хорошо живется кошке. Или солнышку в окошке. Ничего не надо знать и в квартире убирать. Им не нужно мыть посуду, пыль не нужно вытирать. Целый день и даже ночью можно спать, спать, спать. Поднимайся, лежи боком. Разве можно столько спать? Вещи, книги и тетрадки. Ноты, ноты в беспорядке. Я не буду убирать. Нет, ну мама утром на работе. Папа в творческом полете. Как ты можешь столько спать? А я не буду убирать. Ладно, если ты не хочешь просыпаться и вставать, рано утром одеваться и квартиру убирать, я тогда тебе на завтрак яйца всмятку не сварю. Лежебока потянулась. И спросонья улыбнулась. Завтрак свой и не надейтесь, никому не подарю. Да. Как хорошо лежать и думать. Люблю, проснувшись, помечтать, а лучше с книжкой завалиться. Читать, читать и снова спать. Да разве это кто позволит? Сейчас начнется кавардак. С утра все рвутся вон из дома, все на ходу. И вечно так. Вот мама, утром на работу, а к вечеру уже без сил. Им жить всем время не хватает. Ну кто их так мучиться просил? Вот я совсем другое дело. Лежит где хочет, развалясь. Услышит что-то, резко вскочит и когти о диван поточит. От лени просто извелась. Хорошо лежать в кровати и не думать о зарплате. Ведь во сне не нужно спать. Можно всюду побывать. Плавать в море, в океане. Полетать на дельтаплане. Даже в космос полететь. Там мороженое поесть. Божественном рояле. Гнать роскошный Ягуар. Можно мне в Париж, Дакар. Но придется просыпаться и в квартире убираться. Вот похоже началось. И наверное, не знакомой песни. Ну, как обычно, понеслось. Уж лучше Моцарта послушать, а это больно мне сдалось. Я на работу тороплюсь. Могу в субботу или позднее, я здесь попозже уберусь. Какая проза, ну как заноза, я не могу здесь долго быть. Белье стирать, обед готовить, пыль вытирать, посуду мыть. Ведь с каждым нужно пообщаться, за каждым надо проследить. А где мне сил на всех набраться, из дома лучше укатить. Здесь хорошо, когда случайно, вдруг нету никого. Всегда есть радость, телевизор, одно спасение мое. А на работе все же лучше, там даже можно отдыхать. Уборщица, и точно нигде не нужно убирать. Мой мир возвышен на полете, люблю побыть здесь иногда. Скорее туда, где я в почете, остальное ерунда. Ушла? Ушла. Вот мама вечно горячится, торопится, как на пожар. И почему же ей не спится? С утра пыхтит, как самовар. А вот у Петьки мама дома. Всегда добра и весела. С утра обед для всех готовит. Еще я знаю точно, что даже в доме пол она мела. Ну а наша
Вот вам, посмотрите, все тоже может на лету. Белье в машинку, детям наставление. Поставить может даже супа навариться на плиту. Нет, ну кто придумал этот бизнес? Как было раньше хорошо. Отец на службе, мать всегда под боком. И в доме все всегда на месте. Теперь же... Это просто шок! Да. О, посуда всполошилась. Видно, страшное приснилось. Кто хохочет, то грохочет. Песню спеть она нам хочет. Это часть стала со мной песня. Нам всегда нелегко, каждый день много раз. Моют нас. Со мной песня. Вот такая судьба, это суть приказ. Моют нас. Так всегда и везде, день по несколько раз. Чистота – это норма болезни. Красота. Прежде счастье из глаз, настоящий экстаз. Моют нас. Ведь порядок для нас – это силы запас. Моют нас. Хорал. Ну, а лентяи выбирают канона каверзный обвал. Нет, я не буду. Буду я здесь убирать.
папа наш. Ох, композитор, ты часто ешь и много спишь. Живешь ты так, как все обычно, когда ж ты музыку творишь. Ну, все у тебя перемешалось, романс и классика, и джаз. Зато в любое время года развеселить ты можешь нас. Thank you.
Да, помузицировать он любит. Его хоть хлебом не корми. Но дом оброс аппаратурой, она везде, куда ни ткни. Везде следы его деяний. Завален хламом кабинет. И завести во всем порядок, все руки не доходят, нет. Вокруг несметное богатство, его никак нельзя смести. Бумаги, книги, кассеты. Пора бы шкафчик завести, а то же шнур гадюкой вьется, и проводов не перечесть. А ноты, книги, документы, куда их? Хоть на свалку снесть, бежать. Скорее бежать на рынок, из плена вырваться опять, купить продуктов на денечек, так, килограмм по 25. Машине мчаться не заморской, прохожих грязью замарать. Как жаль, что в городе дороги никто не хочет убирать. Одна лишь музыка спасения, она большой для жизни плюс. Сейчас для общего веселья мы вам сыграем... Экстра плюс! Его кипит. Что говорить, ведь это бесполезно. Не лучше ли просто помолчать и улыбаться молча, молча быть любезным? Так можно славу мудреца себе снискать. Что говорить, когда ты знаешь, бесполезно словами что-то и кому-то объяснить. Люблю я быть всегда немногословным, всегда молчу, я так хочу. У всех людей всегда везде одни проблемы, все об этом любят много говорить. А я молчу, молчу, я без просвета, у себя проблемам не грущу. Я не шучу, всегда молчу, я так хочу. Рок-н-ролл. We'll be right back.
что-то и кому-то объяснить. Могу я быть всегда немногословным, удобней так и мне, и всем удобней жить. Я не шучу, всегда молчу, я так хочу. У всех людей всегда везде одни проблемы, и все об этом любят много говорить. А я молчу, молчу, я беспросветно, и не хочу себя проблемами грузить. Я не шучу, всегда молчу, я так хочу. Куда ты, сын? Да я по делу. А, поешь. Я уже попил. Когда вернешься ты? К обеду. Глядишь, а он уж укатил. Но появился вдруг внезапно, ни слова мне не обронил. Хотел сказать, но передумал. И вновь куда-то зарулил. Следы свои, мой сын любимый, на кухне вечно оставлял. Буханка хлеба, рядом крохи, а также толстенький журнал. Она, конечно, не рабыня, а просто любящая дочь. Да, дочь моя, хоть и наскоком, хоть раз в году, но до конца убрать квартиру может быстро и тем порадовать отца. Наверное, в нашем славном доме, кто это точно может знать, завелся вирус под названием «Никто не хочет убирать». Родителям мой дом, и лишь на грубость наливаюсь, и не могу никак зато. Весь день я мою пол и стену, а сам на это наплевать. Но почему порядок в доме никто не хочет соблюдать? Убрать пробную квартиру не проблема, я это сделаю легко. Но кто заплатит мне за вредность, тут не поможет молоко. Весь день я мою пол и стену, но все на это наплевать. Но почему порядок в доме никто не хочет соблюдать? Как хорошо, когда на кухне стоит начищена плита, и на балконе нету хлама, во всей квартире чистота. Опять я мою пол и стену, но все на это наплевать. И почему на место вещи никто не хочет убирать? Родителям мой дом, и лишь на грубость старый паюсь, и не могу никак за то. Опять я мою пол и стену, но все на это наплевать. И
почему порядок в доме никто не хочет соблюдать? Кто это сделал? Кто это сделал? Кто? Кто это сделал? Где? Кто это сделал? Это не я. Кто это сделал? Это не я. Нет, ну кто это сделал? Это не мы! Часто. Но они идут. Прекрасно. Будет праздничный обед. А пока что минуэт. Как у вас красиво, чисто и мило, много еды, все веселятся и не боятся беды. Дети играют, нас угощают вином. Мы потанцуем, песенку вместе споем. Мы очень любим здесь побывать иногда. Оставаться мы не хотим никогда. Очень любезны и обходительны тут. Мирно и дружно наши соседи живут. Рады мы так, что от счастья слезятся глаза. Мышка промчится, ну что ж, хорошо, не коза. Если случится какой-то конфуз, не беда. Есть пылесос, у них наготове всегда. Квартиру одним берут. Мы очень рады вас, как всегда, навестить. Нравится нам иногда у вас погостить. Будем и дальше так же с вами дружить. Так веселей нам и радостней жить. Как хорошо нам жить в стране по имени Беспечность. Смотреть на видео и в телек до утра, и кажется, что нет такой на свете силы, которая избавит нас от этой сладкой муки на века.
Я вот что вам должна сказать. Уж если вы уж так хотите, крупу не надо убирать. Я здесь за шкафом проживаю. В моей семье 13 душ. И всеми здесь, как в Гранд-отеле, есть туалет, буфет и душ. Добыть еды нам не проблема. Давно успели мы понять. В квартире, где живем за шкафом, еду не будут убирать. Мы научились жить так ловко, что разучились горевать. Вот только жаль, что мышеловку никто не хочет убирать. Станцуем танго, милый друг, назло ненастью. Неведом нам с тобой испуг, лишь сила страсти. Танцуют все! Лишь только в звуке кастаньет услышишь ты такой ответ. И да, и нет, коварный ритм он как магнит к себе манит. И да, и нет, в висках стучит днем ветер, море и волна. Всегда одна, как в небе бледная луна. Всегда одна, в смятении мечется она. Но только в танце у огня на склоне дня увидеть вновь смогу тебя, и темный глаз не мой приказ. Смогу понять, тебя обнять, обнять тебя и жаркой ночи аромат нас опьяняет, и вокруг много ухает, заставляет все забыть нас и войти в тот дивный сад. Но непростой, чтобы понять. Все люди мусорить так любят. Никто не хочет убирать. Случилось это не на Марсе. От вас всего шагов лишь 5.
Все люди любят жить красиво. Никто не хочет убирать. Тех, кто недоволен, лишь пианиста не стрелять. А если так, совсем случайно, себя придется вам узнать. Раздел мы тут же ненавистные из пьесы будем убирать. Сейчас споем об этом песню и разойдемся по домам. Ведь несмотря на все проблемы своих, мы любим пап и мам. Сестер и братьев, и соседей, и кошку с мышкой. Пусть живут. Теперь... Возьмемся мы за дело и на прощение споем о том, как мы легко и просто свою квартиру уберем. Уже подходит, кто-то сонно рядом бродит, только кошка все не спит, и мурлычет, и сопит, смотрит беспристрастным взглядом, равнодушно к тем, кто рядом. Почему она не спит? Про себя всегда ворчит. Им, конечно, нелегко доставать мне молоко, китикет насыпать в плошку. Я особенная кошка. А что случилось в доме нашем? Мышка, мышка не шуршит за шкафом, и не слышно перепалки. В коридоре нету свалки.
На столе нет даже крошки, и луна блестит в окошке. Кто все это натворил? Кто нарушил целый мир? Мир, где все не убирались и из-за этого ругались. Было это много лет, все пропало. Больше нет? Нет причины для разлада? Утром нет сплошного ада. Даже вещи на местах. Да ведь это просто крах. Где теперь гулять я буду? Как я буду развлекаться? И гуляя, где желаю, надо всем в душе смеяться. Эй, пора всем просыпаться! Сказка дарит нам веселье, защищает от безделья. Скучно только есть и спать, ничего не вытворять. А потом заняться делом. Стать и смелым, и умелым. Что-то новое узнать. И построить, и своять. Жизнь такая интересней. Перемешку с танцем, с песней будем в сказку мы играть. Радость в мире умножать. Завершаем карнавал. Радость, дружба, джаз. Финал. Хорошее в квартире пропадает в этом мире. Это должен каждый знать, кто не хочет убирать. Вы погибнете от злости, не придет никто вам в гости. Лучше сразу всех созвать и квартиру убирать. Пригласить детей и взрослых, добрых ворчунов не снос. Домработницу нанять. Дьяконова. Младшая дочка Вика Семенова. Старшая дочка Ольга Задворьева. Мама Александра Збановская. И старший сын Антон Левин. С нами были музыканты прекрасного джазового ансамбля. Павел Татаровский на трубе. Николай Шарабура на тромбоне. Владимир Бахитов на тенор-саксофоне и флейте сопрано. Александр Булатов на контрабасе. И Андрей Пономарев на барабанах. Это виртуозы екатеринбургского джаза. Пожалуйста, приветствие арт-директору проекта Иршковской и режиссеру-постановщику Левиной Татьяне Анатольевне. И, конечно же, ваши аплодисменты автору мюзикла Григорию Файну. Ждем режиссера и арт-директора проекта на сцену. Лина. Лина Эдуардовна. Thank you.
спасибо, дорогие зрители!